Завтра «Шахтер» играет две игры. Против «Хобра» и «Леха» будет, наверное, два состава? Я думаю, что, скорее всего, да, потому что невозможно, мне кажется, за сутки две игры сыграть полные. Я думаю, какая-то ротация будет, какую-то нагрузку будут распределять. Против кого будете играть вы? Никто пока не знает. Это завтра уже перед игрой узнаем. Как сюрприз получается? Ну, у нас всегда так. Перед игрой на установке объявляется состав и все. А сложные вообще соперники? Ну, конечно, они в чемпионатах занимают нормальные места, то есть они в конце турнирной таблицы, и я думаю, что сложно будет. Что вы отрабатываете на тренировках? Сегодня тактику больше уже игровая, а так больше физику. Тактика – это секрет? Ну, конечно. А как вас настраивает Пауло Фонсека? Завтра две игры все-таки не просто для команды. Ну, повторюсь, я думаю, что на установке будет и мотивация, и все вместе. И следите ли вы за Айнтрахтом? Нам скоро играть, 14 февраля, первая игра. Да, стараемся следить, особенно я за нападающими. Я думаю, что защитники больше атакующие их не действуют, смотрят и пытаются как-то подготовиться к этому. То есть с мыслями уже о первой официальной игре в новом году? Ну, есть просто свободное время, очень много свободного времени вечером, и как-то с умом используем его. А если не с умом, что делаете по вечерам? Играем. Во что? PUBG. А это что? Это компьютерная игра, где у нас очень сильная банда. А кто победитель этой банды? Ну, у нас команда. Я, Матвиенко, Ковалянко. Вас трое всего? Да, да. Трое сильных, остальные такое. Тогда желаем вам побед и на всех полях. Спасибо.